Hare Krishna, dear Maharaj. Hare Krishna, my businesses. Are you technically ready? Yes. Okay. So, I think after 1 minute we will start. Yeah, we still have a minute. Couple of minutes. Прогибедно, буквально одну минуту мы ожидаем, и мы будем начинать. Наше общение с Махараджем примерно будет где-то до полутора часов, включая ваши вопросы и ответы. Если сегодня присутствуют ученики, а таковы сегодня присутствуют, то, дорогие ученики, вы можете воспользоваться возможностью задать своему учителю вопрос в таком более первоочередном порядке. И потом все желающие тоже могут задавать свои вопросы. Примерно так. So, Maharaj, I think we may start right now. Okay. And I will say a few introductory words. Okay. We are very happy to have an opportunity of association with you today. It's a blessing and fortune for us. So we are very, very grateful to you for your precious time. You agreed to be with us. Hare Krishna, Maharaj. Hare. Сказал, что мы очень благодарны Махараджу за то, что он согласился провести с нами время и дать нам общение. Hare Krishna. Okay, can begin. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Nama om Vishnu padaya Krishna pristaya bhutale Srimati bhakti vedanta swami niti namane. Namaste Sarasati devi Kauravani pricharine. Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Desatarine Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I've been given a verse to speak on today. It's Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 21. And it's the gopis attracted by the flute, text number 5. So, Шананда Сева Прабу, пожалуйста, включите микрофон Матриджи Мадхури Лилы. Хари Кришна, слышно меня? Ага, да, вас слышно, Матриджи Мадхури. Mm-hmm. Все, вы можете переводить. Mm-hmm. Сегодняшняя лекция по Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 21-я глава, текст номер 5. No. Бархападам Nanavara vapu karnayo karnikaram Bibradvasa kanaka kapisham Vajayantim chamalam Randran venor adara sudaya purayayan Gopavrinder Vrindaranyam swapada ramanam Pravishad gita kirti Translation. Перевод. С пером павлина, украшавшим его голову, с голубыми цветами корникара за ушами, наряде из желтого шелка, блиставшим словно золото, и гирляндой ваджаянти на шее, Господь Кришна, чье тело трансцендентно, явил себя в виде величайшего из танцоров и так вошел в лес Вриндавана, украсив его следами своих стоп. Нектаром своих уст он заполнял отверстия своей флейты, а его друзья-пастушки пели ему славу. Комментарий.
Гопи вспоминали трансцендентные качества Кришны, перечисленные в этом стихе. Наряд Кришны, который он носил с большим изяществом, и прекрасные голубые цветы за его ушами пробуждали в сердцах гопи романтические чувства. А когда он заполнил флейту нектаром своих губ, волна экстатической любви захлестнула их, и они забыли обо всем на свете. Нама ом Вишну Падае, Кришна Пастае Бутале, Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намне, Намасте Сарасвати Деви, Гауравани Причарине, Нирвишеша Шуньявади Пасчатане. This is a very, very famous verse from the 10th canto, which is often quoted and recited, describing the beauty of Krishna as he enters the Vrindavan forest. Это очень известный стих из 10-й песни Шримад Бхагаватам, который очень часто цитируют и который описывает красоту Кришны, входящего в лес Вриндавана. So this description is given in the autumn season because the Karnikara flowers, they appear at that time. Здесь описывается осенняя пора, потому что цветы Карникара, упомянутые здесь, они цветут осенью. And we can see how much the gopis are absorbed in the thought of Krishna. И здесь мы видим, как сильно гопи поглощены мыслями о Кришне. The gopis are the greatest devotees of Krishna. Lord Chaitanya declared that of all the devotees, the gopis of Vrindavan are the greatest devotees. Гопи Вриндавана — это величайшие преданные Кришны. Об этом заявляет Господь Чайтанья. They are the greatest because they love Krishna the most. They will sacrifice. They sacrificed everything for Krishna. Они величайшие, потому что они больше всех, сильнее всех любят Кришну, и ради Кришны они готовы пожертвовать всем, что угодно. They gave up their chastity, they gave up their relationship with their families, they didn't care, they just simply wanted to please Krishna. Ради того, чтобы удовлетворить Кришну, они готовы были пренебречь своим целомудрием, своими отношениями с семьей и всем чем угодно. Now, in a place like Vrindavan, in the times of Lord Krishna, 5,000 years ago, people were very conservative, and for young girls to go to the forest and to associate with a young man was quite a big scandal. В те времена, 5000 лет назад, особенно в таком месте, как Вриндаван, люди придерживались очень консервативных взглядов, и тот факт, что молодые девушки убегают в лес и общаются там с юношей, это было очень возмутительно. But the gopis didn't worry about their own name. They sacrificed everything for Krishna. They just want to please Krishna. Но гопи не интересовала их собственная репутация. Они просто были готовы пожертвовать всем ради того, чтобы удовлетворить Кришну. They don't think about their own pleasure. They think about what pleases Krishna. Они не думали о своем собственном наслаждении. Они думали только о наслаждении Кришны. So, the mood of the gopis is something which Lord Chaitanya and his devotees, his associates, all cultivated. И настроение гопи — это то, что стремились развить Господь Чайтанья и все его спутники. We call it gopi bhav, or even the mood of the topmost gopi, Radharani, Radha bhav. Это называется гопи бхава или радха бхава, настроение самой величайшей гопи радхи. Бхава meaning ecstatic love for the Lord, the ecstasy of loving service to the Lord. Бхава означает экстатическая любовь к Богу или экстаз любви к Богу. So the gopis, they had this kind of love, and Chaitanya Mahaprabhu
and his associates, they also wanted to experience, they wanted to taste the pleasure of that love of Krishna. У гопи была именно такая любовь, и Господь Чайтанья и его спутники, они все хотели испытать вкус именно такой любви к Богу. So actually a devotee wrote to Srila Prabhupada, and he asked Prabhupada about the devotees performing Sankirtan, and he asked Prabhupada to confirm that is this Sankirtan, that when we go for preaching and book distribution, we feel this is like the mood of the gopis. And Prabhupada confirmed, yes, it is. Однажды преданный написал Прабхупаде письмо и спросил, мы когда выходим на Санкиртану, на проповедь, правильно ли я понимаю, что мы испытываем такое же настроение, как испытывают гопи? И Прабхупада подтвердил, да, это так. So as we begin the Sankirtan marathon, the Prabhupada marathon, this month of December, and we try to introduce Krishna conscious literature to more people, we should be reminded that this is the mood of the gopis. Когда начинается декабрьский марафон Шрилы Прабхупады, мы выходим на улицу и знакомим людей с сознанием Кришны, с его книгами, то мы должны помнить о том, что это и есть настроение гопи. The gopis don't think to enjoy Krishna for themselves, but they think about giving others the chance to be with Krishna. Гопи не стремятся к тому, чтобы самим насладиться общением с Кришной. Они стремятся к тому, чтобы дать другим общение с Кришной. The gopis try to make arrangements so that Srimati Radharani may be in the company of Lord Krishna. Гопи все время делают различные приготовления, чтобы устроить встречу для Кришны и Шримати Радхарани. But Srimati Radharani, her mood is she thinks others should have the opportunity to also be with Krishna. She doesn't just think only of her own self, but she tries to give others the chance to be with Krishna. А Шримати Радхарани, в свою очередь, наоборот, пытается устроить все так, чтобы другие получили шанс пообщаться с Кришной. Она не думает только о том, чтобы самой оказаться в компании Кришны. So in a similar manner as devotees, we could just be simply enjoying Krishna consciousness in our own way. We could be happy to sit and read and chant and not worry about the conditioned souls. И то же самое касается нас. У нас есть выбор, либо просто самим практиковать сознание Кришны, повторять Святое Имя, читать и так далее. But that is not the mood of the gopis. That is not the mood shown by the gopis of Vrindavan. Но такой стиль поведения, это не относится к настроению гопи. Настроением гопи не было такое поведение. And similarly, the Goswamis of Vrindavan, they also didn't have that mood. But they had the mood, they were thinking of the welfare of others. У Госвами Вриндавана тоже не было желания просто самим сидеть практиковать. У них было желание поделиться этим с другими. We say Nana Shastra Vicharinai Kanapano Saddharma Samstapako Lokanam Dakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakro. That the Goswamis scrutinizingly studied all the revealed scriptures with the aim of establishing eternal religious principles for the benefit of all human beings. Госвами Вриндавана тщательно изучили все богооткровенные писания с тем, чтобы установить религиозные принципы для всеобщего блага всех людей. So this is the mood of the gopis, thinking about others, not being selfish at all, but being selfless and thinking about how to benefit others. В этом и есть настроение гопи. Не думать о себе, не быть корыстными, не быть эгоистичными, а наоборот быть бескорыстными и думать о благе других людей. Now in the Chaitanya Bhagavat, there's a description
how this verse was recited at the home of Nandan Acharya. What Acharya? Nandan Acharya. В читании Бхагавате есть описание, как этот стих был произнесен в доме Нандана Ачарьи. If you've been here in Mayapur, next door to the ISKCON temple, just going further along the road towards the Ghat, where you cross the Ganga, the next temple after ISKCON main gate, the next temple is the temple which was built where the home of Nandan Acharya was. Если вы бывали в Майяпуре, здесь по соседству с Исконовским храмом, по пути к месту омовения на Ганге, построен храм на месте дома Нандана Ачарьи. So Nandana Acharya was a very intimate associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu and also Advaita Acharya and also Lord Nityananda. Нандана Ачарья был очень близким спутником Господа Чайтани, Господа Нитянанды и Адвайты Ачарьи. So in the Chaitanya Bhagavad it is described that Chaitanya Mahaprabhu was beginning the Sankirtan movement, and at this time Lord Nityananda had not yet appeared. Lord Nityananda was still in Vrindavan or performing his parikrama. He was going to visit the holy places. В читании Бхагавате описывается момент, когда Господь Чайтанья начал движение Санкиртаны, но Господь Нитянанда на тот момент к нему еще не присоединился, он совершал парикраму по Вриндавану. Lord Nityananda, of course, was born in Ekachakra, but when he was a young boy, a sannyasi came there to the home, and the sannyasi asked for the son. He asked it. Well, the parents, Harai Pandit and his wife Padmavati, they had this one son, Nitai. And the sannyasi asked them, you know, can you give me your son? I need an assistant to travel with me. Господин Нитянанда родился в Экачакре, и в его детстве в их дом пришел сан-яси, который попросил у его родителей, чтобы они отпустили их сына с ним, чтобы у него в его путешествиях появился помощник, спутник. So it was certainly a very tragic event, but you know, they could not refuse the sannyasi. The sannyasi requested them, can I take your son with me to visit the holy places? They could not refuse him. So Nitai left his parents' home and went with the sannyasi, and for many years they traveled visiting holy places. Это была настоящая трагедия для семьи, потому что они не хотели отпускать сына, но они не могли отказать этому сан-яси, который попросил отпустить их сына с ним. Поэтому в течение многих лет Нитай путешествовал с этим сан-яси по святым местам. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu appears in Mayapur, and he takes his, after taking initiation at Gaya from Ishwarapuri, he comes back and they begin the Sankirtan and the home of Shrivas Pandit. Затем Господь Чайтанья появляется в Майяпуре, и когда он получает инициацию от Ишварапури, он начинает в доме Шриваса Пандита движение Санкиртаны. So then one day Lord Chaitanya tells the devotees that he said, I've had a dream. And he said, a very wonderful personality is going to appear and he's going to join with us. And he's very wonderful, tall, powerful personality. He's going to come and be with us and join with us in Kirtan. Однажды Господь Чайтанья сказал своим спутникам, сегодня мне приснился удивительный сон. Я видел прекрасного, высокого, сильного человека, который вскоре присоединится к нашему движению Санкиртаны. And so when Lord Chaitanya announced this, the devotees, they didn't know what to think, they didn't take it very heavy, they didn't worry about it very much. But then a few days later, Lord Chaitanya told the devotees that that personality I told you about
that I saw in my dream. He has appeared. He has now come here in Mayapur. И поначалу преданные не обратили особого внимания на это, но через несколько дней Господь Чайтанья сказал, вот этот человек из моего сна, о котором я говорил, он появился в Майяпуре. So Lord Chaitanya orders Haridas Thakur and Srivas Pandit, go and find this person. И Господь Чайтанья приказал Харидасу Такуру и Шривасу Пандиту отправиться и отыскать этого человека. So Haridas Thakur and Shrivas Pandit go and spend the whole day searching, going to every home, looking in every place. At the end of the day they came back and they have to tell Lord Chaitanya, we cannot find him. И Шривас Пандит и Харидас Такур потратили целый день, заходя в каждый дом, ища этого человека, но вечером вынуждены были вернуться и сказать, мы не можем пока его найти. They said, we looked everywhere. We went to every home. We went even in the homes of the non-devotees and the Muslims. We could not find this person anywhere. Они сказали, мы стучали в каждую дверь, заходили в каждый дом, даже в дома непреданных и мусульман, но нигде не могли его найти. That is very interesting to understand that even if you are Haridas Thakur and Srivas Pandit, who are very great, very special empowered souls, even they could not find out Lord Nityananda. Это очень важно понять, что даже такие великие, особенные, преданные, как Шривас Такур и Шривас Пандит и Харидас Такур, не могли найти Господа Нитинанду. So Lord Chaitanya says, I will have to lead you to him. And Lord Chaitanya brought all the devotees in procession, and they all came to the home of Nandan Acharya. И Господь Чайтанья сказал, тогда я сам вас туда отведу. Они собрались такой компанией преданных, и он повел их в дом Нандана Ачарьи. And when they entered into the home of Nandana Acharya, they saw this wonderful effulgent personality was there, sitting, chanting the holy name, very tall, with long hair and lotus face, and he was in, you know, he was just sitting there in absorbed in the chanting of the holy names of Krishna. И когда они вошли в дом Нандана Ачарьи, они увидели там прекрасного, высокого, сияющего человека с длинными волосами, который сидел и был полностью погружен в воспевание святых имен. So all the devotees were greatly shocked to see this personality. Who is this person? We have never seen him before. He looks very wonderful. Looks very amazing personality. И преданные были потрясены и спрашивали, кто этот прекрасный человек, которого мы никогда не видели. And when Lord Chaitanya comes, and then Lord Nityananda stands up, and the two souls, they embrace each other, and they're in so much ecstasy to be united. И затем Господь Чайтанья и Господь Нитинанда подошли друг к другу, обнялись и испытали невероятный экстаз от встречи друг с другом. Because Brajendra Nandana say Sachi Suta Hailahe Balaram Hailo Nitai. Right? The Narottam Das Thakur describes that the son of Nanda Maharaj, Lord Sri Krishna, has come as the son of Sachi. And Balaram has come as Nitai. So Krishna and Balaram were united in the form of Gaur and Nitai. В этом стихе Нараттам Дас Такур описывает, что Господь Шри Кришна явился как сын Шачи, а Господь Баларама как Нитай. В этот момент как раз объединились Кришна с Баларамой и придя как Гаура Нитай. So Lord Chaitanya, he knows the identity of Lord Nityananda, but the other devotees, they didn't know.
Господь Читания знал, кем являлся Господь Нитинанда, но остальные преданные не знали. So Lord Chaitanya turns to Shrivas Pandit, and he tells Shrivas Pandit, he says, chant some verses describing the beauty of Vrindavan. Господь Читания повернулся к Шривасу Такуру и сказал, процитируй какой-нибудь стих, описывающий красоту Вриндавана. So the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu are very well versed. They know many verses, they know scriptures very well, and they can recite many, many verses. Преданные спутники Господа Чайтаньи были очень образованы, знали очень много стихов из шастр и могли по случаю процитировать. So Shrivas began to chant. Bar barpidam natavara vapu karnayo karnikaram. You know, the verse which we just chanted, which we recited this morning, that same verse. Barhapidam natavaravapu karnayo karnikaram. And when Lord Nityananda heard this verse, his whole body just erupted, his love for Krishna just aroused within him, and he began to exhibit all kinds of ecstatic symptoms. И Шривас Такур начал цитировать как раз тот самый стих, который мы читаем сегодня. И когда Господь Нитинанда услышал этот стих, его тело начало проявлять все признаки трансцендентного экстаза. Because he was hearing this wonderful description, how Sukadeva Goswami describes Lord Krishna entering into the forest of Vrindavan. Потому что он услышал прекрасные слова, о которых Шукадева Госвами описывал тот момент, когда Господь Кришна входил в лес Вриндавана. The gopis had become stunned. They were unable to speak because they had heard the sound of Krishna's flute. They could not speak. So Sukadeva Goswami assumed the mood of the gopis. Когда гопи услышали звук флейты Кришны, они замерли и не могли вымолвить ни слова. И точно так же Шукадева Госвами проникся настроением гопи. And Sukadeva Goswami, in the mood of the gopis, he described this, the beauty of Lord Krishna as he enters the forest of Vrindavan. И именно находясь в настроении гопи, Шукадева Госвами продолжал описывать красоту Кришны, входящего в лес Вриндавана. We know that there are many different expansions and incarnations of the Lord, but the form of Lord Krishna is very supreme over all other expansions and incarnations. Мы знаем, что у Верховного Господа есть много экспансий и инкарнаций, но среди них верховная является именно форма Господа Кришны. In Bhakti Rasamrita Sindhu, Shripad Rupa Goswami has listed some 64 different qualities of Lord Krishna. В Бхакти Расамрита Синху Рупа Госвами перечисляет 64 качества Господа Кришны. And he mentions about how the living entities in their perfect stage, if they're really perfect, then at the most they can have 50 out of 64 qualities. Рупа Госвами там объясняет, что когда живое существо достигает максимального совершенства, оно может обладать 50 качествами из этих 64. And Lord Shiva, his position is a bit better. Lord Shiva is not Jiva, he's Shakti Tattva. Lord Shiva, he has 55 out of 64 qualities. Господь Шива, занимая более высокое положение, являясь шакти-татвой, а не живым существом, он имеет 55 качеств. And Lord Vishnu, who is just the expansion of Krishna, he will have 60 out of the 64 qualities. Господь Вишну, который является экспансией Господа Кришны, обладает 60 качествами. But Lord Krishna has four qualities which are
very special and unique to him. Но Господь Кришна обладает еще четырьмя совершенно особенными уникальными качествами. And there, some of them are described here in this verse. И некоторые из них объясняются, приводятся в этом стихе. For example, Lord Krishna's flute playing attracts the living entities all over the creation. Например, то, что его игра на флейте привлекает сердца всех живых существ во всех мирах. So the flute played by Lord Krishna is bamboo wood. It's an innate, it does not have consciousness, but it's very much loved by Lord Krishna. He's very attached to his flute. Флейта Кришны, который представляет собой бамбуковую палочку, не обладает сознанием, но Господь Кришна очень любит свою флейту. And the gopis, they always feel some envy towards the flute, because they know that the flute is always tasting the nectar of the lips of Lord Krishna. И гопи завидуют флейте, потому что они знают, что флейта постоянно пьет нектар уст Кришны. So sometimes the gopis will try to take Krishna's flute from him, and they will hide it. Sometimes they will bind it in their hair. Гопи иногда пытаются украсть у Кришны флейту и спрятать ее где-нибудь, например, в волосах. Krishna, as a cowherd boy, plays the flute. Here, in this chapter, it's describing about Krishna only playing the flute. It doesn't talk about anybody else playing the flute. The gopis are just simply hearing Krishna's flute. Кришна просто шок, он играет на флейте. И эта глава Шримад-Бхагаватам, она посвящена описанию того, как Кришна играет на флейте, и описывается именно то, как Кришна играет на флейте, а не кто-либо другой. In the Brihad-Bhagavatamrita, Srila Sanatana Goswami describes about the travel of a person called Gop Kumar, who's a cowherd boy from Govardhan. В Брихад-Бхагаватамрите описывается путешествие мальчика по имени Гоп Кумар, который также являлся пастушком из Вриндавана. And it describes how, by the power of a mantra given to him by his guru, he was able to travel to all the different regions in the universe and then go into the spiritual world. And he went all the way into Vaikuntha. And from Vaikuntha, he then went to Dwarka. И описывается, что с помощью мантры, которую ему дал его гуру, он имел способность перемещаться по всей Вселенной и даже в духовном мире. И сначала он прибыл на Вайкунтху и затем в Дварку. So when he came to Dwarka in Vaikuntha, he met with the Lord of Dwarka. He met with Lord Krishna there in Dwarka. And Lord Krishna saw him, he saw Gop Kumar, dressed as a cowherd boy, and he was carrying a flute with him. И Господь Кришна в этой духовной Двараке увидел Гоп Кумара и увидел, что это мальчик-пастушок, у которого с собой флейта. They were telling Gop Kumar that, you know, you've come to Vaikuntha, we can give you the body like, you know, we'll give you a forearm form, and we'll give you dress like what we have. You don't need to wear these clothes of the cowherd people, you village people. We'll give you nice dress, nice cloth. Ему сказали, ты прибыл на Вайкунху, мы можем дать тебе тело, соответствующее тело, четырехрукую форму, и одеть тебя, как подобает здесь. Тебе не нужно ходить здесь в одеждах пастушка. But Gop Kumar didn't want. He said, no, I'm fine. I like these clothes. I'm a cowherd boy. This is my identity. I'm not going to change my identity. Но Gop Kumar сказал, меня все устраивает. Я мальчик-пастушок, и я не хочу ничего менять. So we see Lord Krishna here in Vrindavan. This is his identity in Vrindavan. He is a cowherd boy, and he's the son of Nanda Maharaj, and he plays the flute.
И точно так же во Вриндаване Кришну все знают как мальчика-пастушка, сына Нанды Махараджи, который играет на флейте. So when Lord Krishna in Dwarka saw Gop Kumar with a flute, then it aroused memories within the mind of Lord Krishna there in Dwarka, and he was remembering how he'd been a cowherd boy and he'd been in Vrindavan. И когда в Двараке Господь Кришна увидел Гоп Кумара в одеждах пастушка и с флейтой, это напомнило ему о том, как он сам жил во Вриндаване и был пастушком. So just seeing the flute and the being reminded of the cowherd boys and the people of Vrindavan, he could remember all of his friends and his pastimes which took place there. И просто увидев эту флейту, он вспомнил о своих отношениях и играх со своими друзьями и другими преданными во Вриндаване. So the memories of his childhood pastimes was unforgettable for the Lord of Vaikuntha. Even though he was living in Dwarka, he was appreciating the beauty and the opulence of Vrindavan. И уже став повелителем Двараки, он не мог забыть свои детские, юношеские игры и вспоминал о том, как он жил во Вриндаване. When Krishna plays the flute, everyone becomes stunned. Even the peacocks, they cannot dance, they become stunned. Когда Господь Кришна начинает играть на своей флейте, все замирает. Даже павлины останавливают свой танец и замирают. The young calf may be drinking the milk from the milk bag of the mother cow, but when they hear the sound of the Krishna's flute, they become stunned. Телята, которые сосут молоко у своих матерей коров, заслышав флейту Кришны, останавливаются и не могут даже его проглотить. Even the river Yamuna cannot flow when it hears the sound of Krishna's flute. The river Yamuna ceases flowing and wants to just simply taste the nectar coming from the sound of Krishna's flute. Даже река Ямуна, заслышав флейту Кришны, останавливает свое течение и наслаждается нектаром, исходящим из флейты Кришны. So Krishna fills the flute with the nectar from his lips. And that nectar enters into the ears of the gopis and then enters into their minds. Krishna наполняет флейту нектаром, исходящим из его уст. Этот нектар входит в уши гопи и затем наполняет их сердца. So the sound of Krishna's flute was having such a powerful effect on the minds of the gopis. Звук флейты Кришны имеет огромное влияние на умы гопи. And we're also told about the beauty of Lord Krishna as he enters into the Vrindavan forest. Также в этом стихе говорится о красоте Кришны, входящего в лес Вриндавана. His gracefulness is described as the greatest of dancers. Здесь описывается его изящество, и он называется величайшим из танцоров. In the material world, there are many wonderful dancers, you know, people, belly dancers and modern dancing, but the greatest of all dancers is Lord Sri Krishna. В материальном мире тоже есть хорошие танцоры, которые владеют разными техниками танца, но величайшим танцором бесспорно является Господь Кришна. And his dancing partner are the gopis. И партнерами по танцу для него являются гопи. Krishna enjoys to dance his rasa lila with all the gopis, and of all the gopis, the best of all the dancers is Srimati Radharani. Кришна наслаждается своим танцем с гопи Расалилой, и среди всех гопи величайшей танцовщицей является Шримати Радхарани. Шримати Радхарани has many wonderful qualities. For example, she's a very wonderful cook because she got blessings from Durvasa that whatever she would cook would be just like nectar.
Шримати Радхарани тоже обладает большим количеством удивительных качеств. Например, она превосходно готовит, потому что она получила благословение от Дурвасы Муни, который сказал, что все, что бы она ни приготовила, будет подобно нектару. But one of her other very important qualities is that she's a very, very wonderful dancer, and she's able to dance with Lord Krishna and give the greatest pleasure to Krishna. И еще одно ее удивительное качество – это в том, что она превосходно танцует, и своим танцем с Кришной она доставляет ему огромное наслаждение. And we also hear in this verse the how Krishna beautifies himself with the gifts of nature. И также в этом стихе описывается, как Кришна украшает себя дарами природы. For example, he wears a peacock feather on his head. Peacock feathers are in abundance there in Vrindavan, and Lord Krishna decorates his head with the peacock feather. Например, свои волосы он украшает павлиньими перьями. And then the Karnikara flower on his ear, that is to attract the loving glances of the gopis. А за ушами его голубые цветы карникара – это тоже делается для того, чтобы привлечь умы гопи. Of course, he has his yellow garment as usual. Lord Krishna is the supreme lord, and he dresses himself in this yellow cloth, covering his waist. И, конечно, он, как обычно, одет в прекрасные желтые одежды. And then Vijayanti garland with five different colors. И гирлянда, и также его украшают гирлянда Vijayanti пяти разных цветов. So in this way, Lord Krishna enters into the forest of Vrindavan, and he described how he beautifies the land of Vrindavan with the marks of his footprints. Вот так Господь Кришна входит в лес Вриндавана, украшая его отпечатками своих лотосных стоп. These same footprints were seen by Akrura when he entered into Vrindavan. Akrura had come from Mathura, sent by Kamsa to bring Krishna and Balaram to Mathura for the wrestling match. Когда Акрура, присланный Камсой, чтобы забрать Кришну и Балараму на бой, организованный Камсой, вошел в Вриндаван, он увидел там те же самые следы Кришны, стоп Кришны. So Akrura's journey to Vrindavan is a very exemplary. It tells us the proper mood which we should have for entering the holy dawn. Очень показательно то, как Акрура приближался к Вриндавану и входил в него, потому что это пример для нас, как мы должны входить в святое место. As Srila Prabhupada explains, you cannot enter the holy dham just simply by purchasing a ticket. You have to change the consciousness. Шрила Прабхупада говорил, что нельзя войти в святое место, просто купив туда билет. Нужно сначала изменить сознание. So the consciousness of Akrura as he enters Vrindavan, he's thinking how fortunate he is that he's coming to see the Supreme Lord of the creation, Lord Sri Krishna. Настроение Акруры, приближающегося ко Вриндавану, было таково, что он очень ценил и возможность наконец увидеть Верховного Господа всего творения. And when he comes into Vrindavan, then he sees Lord Krishna's footprints, which he's able to recognize because of the different auspicious markings on the sole of his feet. И когда он вошел в Вриндаван, он увидел следы Кришны, и он узнал их, потому что он знал, как должны выглядеть отпечатки стоп Кришны, украшенные различными символами. Auspicious items like the lotus flower and the fish and the stick for controlling the gourd, which is an instrument for controlling elephants. This and thunderbolt. The thunderbolt is also there.
Например, цветок лотоса, молния, рыба и палка, которые понукают слонов. And the umbrella is also there. Зонтик. All of these different items are auspicious and they all have special significance. For example, все эти символы очень благоприятны, и каждый из них имеет свое значение. So the thunderbolt is used like it can destroy a mountain. So we have a mountain of sin in our minds, and it can be destroyed by the taking shelter of the lotus feet of Krishna. Например, молния обладает такой силой, что может разрушить гору. И в переносном смысле она может разрушить гору грехов, накопленных в нашем сердце, если мы предадимся лотосным стопам Кришны. The gourd, which is used to control elephants, that is like what the instrument to control our mind, because our mind is like a stubborn elephant, and we need this instrument to control our mind. And we take shelter of the lotus feet of Krishna, it will help us to control the mind. А палка, которая понукает слонов, нужна для того, чтобы покорить наш ум, который тоже подобен упрямому слону. И если мы предадимся лотосным стопам Господа Кришны, то мы сможем таким образом контролировать свой ум. And the umbrella is to give us shelter from the material energy. By taking shelter of the lotus feet of Krishna. А зонтик означает, что приняв прибежище у лотосных стоп Кришны, мы можем найти убежище от материальной природы. And so each and every item which is there on the lotus feet of Krishna has special significance to give auspiciousness and to create purity of consciousness. Таким образом, каждый символ на лотосных стопах Господа Кришны имеет свое значение и играет особую роль в очищении нашего сознания. So when Akrura came there to Vrindavan and saw Krishna's lotus footprints, he fell from his chariot and he rolled in the dust of Vrindavan. И когда Акрура прибыл во Вриндаван и увидел на земле отпечатки лотосных стоп Кришны, он упал на землю со своей колесницы и начал кататься в пыли в экстазе. And Srila Prabhupada explains this is how one should enter the holy land of Vrindavan, just like Akrura. И Прабхупада сказал, что именно так, как Акрура, каждый должен входить в святую землю Вриндавана. So the gopis, or Sukadeva Goswami rather is speaking, he's describing how Krishna's footprints beautify the land of Vrindavan. А здесь Шукадева Госвами описывает, как отпечатки стоп Кришны украшают землю Вриндавана. And the forests of Vrindavan, of course, that's the place where Krishna performed his Rasa Lila. He has his pastimes here in the forests of Vrindavan. He enjoys with the gopis, and he enjoyed also with the cowherd boys in the forests of Vrindavan. И также лес Вриндавана является тем местом, где Господь Кришна наслаждался своими играми с гопи, танцем Расалила, и также своими играми с мальчиками-пастушками. So the gopis remember all of Krishna's transcendental qualities as he enters into the forest of Vrindavan. И когда гопи увидели, как Господь Кришна входит в лес Вриндавана, они вспомнили о всех его трансцендентных качествах. And remembering Krishna, their minds are overwhelmed with transcendental love for Krishna. И вспоминая о Кришне, их умы переполнились мыслями о Кришне. So we also want to practice remembering Krishna, and Lord Chaitanya has taught us how to remember Krishna, particularly by chanting the holy name. И наша задача тоже пропитаться мыслями о Кришне, и Господь Чайтанья дал нам для этого путь, это воспевание святых имен Кришны. Chant the holy name, read the books about Krishna and worship Krishna, and in this way, then we can awaken our Krishna consciousness.
Воспевая Святое Имя, читая книги и служа Кришне, мы можем пробудить в себе сознание Кришны. Krishna consciousness is in everyone. We just have to awaken it. We have to just follow the process. Сознание Кришны уже находится в нас, просто мы должны исследовать процессы, чтобы пробудить его. Okay, so I will stop, ask if there's any questions. Есть ли какие-то вопросы? Дорогие преданные, вы можете писать в виде текстовых сообщений, либо задавать вживую. Пожалуйста. Харе Кришна, можно я вопрос задам? Да, пожалуйста. Слышно, да? Харе Кришна, дорогие преданные, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Я тут немножко за рулем. У меня такой вопрос. Бывают ситуации, случаются в нашей жизни, и нам кажется, что мы предаемся. Ну, то есть мы говорим, Господь, я предаюсь, вот ну, такие сложные ситуации. Но это, знаете, такое минутное какое-то, секундное предание, которое даже, возможно, и не предание. И вот у меня такой вопрос, а вот как сделать так, чтобы это предание было не секундным? А вот, ну, надо же, по идее, предаться уже навсегда. Как это сделать, Харе Кришна? There are sometimes some situations when we are searching for Krishna's help and we surrender. Or at least it seems that we surrender. But this surrender does not last long. So how to make it last long? How to make it last forever, this surrender, not just for some second, some moment. Well, Krishna will arrange that. He will put us into more and more difficult situations. Об этом позаботится Кришна, потому что он будет все чаще и чаще нас ставить в такие ситуации. If these difficult situations are helping you to remember Krishna, then Krishna will certainly give you more difficulties. Если такие трудные ситуации помогают вам помнить о Кришне, то безусловно, Кришна будет устраивать, чтобы таких ситуаций у вас было больше. Just to help you to surrender, because Krishna wants us all to surrender. He's making arrangements for each and every one of us to surrender. А Кришна тоже хочет, чтобы мы предались, поэтому для каждого из нас Он устраивает по-своему ситуации, которые помогают нам предаться. So we have to learn to surrender at every moment, not just in the difficult situations, but at every moment we want to take shelter of Krishna. Поэтому наша задача как раз состоит в том, чтобы научиться предаваться Кришне не только в трудных ситуациях, но и вообще в любой момент времени. Yeah, when we're принимать его прибежище. When we're in distress, when we're in difficulties, then we pray to Krishna to help us. We think, oh, Krishna, only Krishna can save me. Когда мы попадаем в какую-то трудную ситуацию, мы молимся Кришне, просим его помощи и думаем, что в этой ситуации только Кришна может нам помочь. But when we're happy, when we're enjoying life, we should also understand this is Krishna's arrangement and we should be thanking Krishna. Но когда мы счастливы и наслаждаемся жизнью, мы должны понимать, что это тоже устроил Кришна и должны быть благодарны ему. We should be thinking that Krishna is too kind to me. Krishna is so kind to me. He knows I'm very fallen. He knows I'm not a very good devotee. He's made my life comfortable. It's Krishna's mercy on me. Мы должны быть благодарны Кришне и думать, что я падший, преданный, недостойный, но Кришна по своей милости устроил так, что моя жизнь вполне комфортна. So we don't have to wait for the difficulties to come. Difficulties will come naturally in course of time. We don't need to pray for them. И не нужно сидеть ждать трудностей, не нужно молиться о том, чтобы они пришли, потому что они все равно придут своим чередом естественным образом. Queen Kunti, she prayed. She was asking Krishna, give me difficulties.
Например, царица Кунти молила Кришну о том, чтобы на нее снова сваливались эти беды. In her prayers in the Srimad Bhagavatam, she's saying, Vipada Shantudasha Svat Tatra Tatra Jagat Goro Tatra Sri Vijayo Bodhir Dhruvan Matir Matir Mana. That I wish all the, these difficulties would happen again and again, so that I might see you again and again. Because seeing you means I will never see birth and death. В своих молитвах в Шримад Бхагаватам она говорит, я хочу, чтобы эти трудности повторялись снова и снова, потому что благодаря этому я смогу снова и снова видеть тебя. А видеть тебя — это значит освободиться от рождения и смерти. So, Queen Kunti understood the benefit of remembering Krishna. А царица Кунти поняла благо памятования о Кришне. We also have to practice remembering Krishna. Krishna says in the Bhagavad Gita, as we surrender, I reward you accordingly. Мы должны практиковать памятование о Кришне и предание Кришне, потому что Кришна в Бхагавад Гите говорит, как человек предается мне, так и я вознаграждаю его. So, if our surrender is conditional, if we only surrender when we're in difficulty, that's the condition, that's not pure love. Потому что если наше предание обусловлено, если мы предаемся только когда возникают трудности, то это обусловленная нечистая любовь. We have to develop pure love for Krishna. We have to want to love Krishna all the time. Поэтому мы должны развить чистую любовь к Кришне, и мы должны сами хотеть любить Кришну все время, непрерывно. Yeah. If we don't surrender to Krishna, then we surrender to Maya, and Maya will give us a difficult time. Если мы не предаемся Кришне, то мы вынуждены будем предаться Майе, а Майя как раз и будет устраивать нам различные трудности. Maya comes with the miseries, the adibhautik, adiklaishik, adiatmik, all these different miseries coming from other living entities or from material nature or from our own body and mind. Потому что Майя все время посылает нам три вида страданий, которые причиняют другие живые существа, материальная природа и наше собственное тело и ум. But if we take shelter of Krishna, if we surrender to Krishna, then Krishna will give us the protection, that he will give us the blessings of his divine energy. Когда мы предаемся Кришне, Кришна дает нам защиту и благословение своей божественной энергии. In Bhagavad Gita, Krishna says, the great souls, they're under the protection of my divine energy. В Бхагавад Гите также Кришна говорит, великие предавшиеся мне души находятся под покровительством моей божественной энергии. And they're engaged in, they're constantly engaged in devotional service, constantly chanting and remembering Krishna and serving Krishna. In other words, they never forget Krishna. И они постоянно заняты в служении Кришне, воспевая святые имена, читая о нем и служа ему, и таким образом они никогда не забывают о нем. So surrender means bringing Krishna into every aspect of our life. Everything that we do, it should be done in Krishna consciousness. Предание Кришне означает, что мы приводим Кришну во все моменты своей жизни. И все, получается, вся наша деятельность, она становится пропитана сознанием Кришны. We eat, we sleep. We have to do these things to keep the body healthy so that we can serve Krishna. Нам нужно есть и спать, чтобы поддерживать свое тело и иметь возможность служить Кришне. You have to decorate yourself and make yourself look attractive. Do it for Krishna. Don't think you're doing it for some materialistic man, but think of Krishna, that I'm dressing for Krishna.
Вам нужно украшать себя, одеваться, чтобы хорошо выглядеть. Думайте о том, что вы делаете это для Кришны, а не для противоположного пола. The same way, when we're cooking and cleaning, you think the home, this is Krishna's home, and you're living there as his servant. А когда вы готовите или убираетесь дома, думайте о том, что в вашем доме живет Кришна, а вы всего лишь слуга. And your children, your child, you think that this child is also a part of Krishna, that Krishna has sent this soul to be with me, to help me, to remember Krishna, to be Krishna conscious. И также вы можете думать о своем ребенке, что это душа, которую мне послал Кришна, чтобы помогать мне развивать сознание Кришны и помогать помнить о Кришне. Sometimes Krishna will take away things from us. We should understand Krishna can take everything if he wants. Иногда случается так, что Кришна что-то у нас забирает, и мы должны понять, что Кришна по своему усмотрению может забрать у нас все, что угодно. Krishna is like God who has 10 arms and we have only 2. So if he wants to take from us, he can take everything. У нас две руки, и в данном случае мы можем представить, что у Кришны 10 рук, и этими 10 руками он может у нас забрать все, что угодно. But when he wants to give, he can also give so much. Но если он хочет что-то дать, то, соответственно, и даст он, дать он может тоже очень много. So when we're in difficulty, the devotee will think, I deserve to suffer much more, but Krishna has only given me a little suffering. Когда мы страдаем, мы должны думать, что я на самом деле заслужил намного больше страданий, но Кришна по своей милости дал мне всего лишь чуть-чуть пострадать. I am really a rascal. I don't deserve it, but Krishna has only given me a little suffering, a little difficulty. He could have given me much more difficulty. Я такой негодяй, что Кришна мог дать мне очень много страданий, которых я заслуживаю, но он дал мне пострадать совсем немного. So we have to take shelter of Lord Krishna. We have to surrender. Our whole life is a preparation for surrender. Таким образом, вся наша жизнь — это всего лишь подготовка к тому, чтобы окончательно предаться. Наша задача — это предаться и принять прибежище у Кришны. And as we go on, and as we go on in life, we have to surrender more and more. Yes? I'm not hearing anything. Oh, really?
Maharaj, do you hear now? I hear you. I don't hear anybody else. Матхурили, ласково что-то скажите, я сейчас тут технически попробую. Махарадж, do you hear Маджи Матхури Лила? No. Do you... No? Really? Why? One moment. What should I do? Шнанда Сева Прабхува, можете подсказать? Может, что-то я не сделал? Почему у нас так? Вы переведите тогда вопросы на английский, чтобы мы время не теряли. Я слышу. So, Maharaj, you can hear only myself, right? I heard her just now. I heard her just now. I could hear her talking. Oh. Mathura Lila? Mathura Lila, вот я, похоже, понял, в чем дело. Давайте, мы сейчас проверим. Yeah, now I hear you. Okay. Do you hear right Матаджи Матхурилила? No, not now. Oh. I did hear. I don't hear her now. Ладно, давай сюда. Значит, вопрос был про монастырение. В каком монастырении следует выходить на марафон? Which mood should cultivate devotee in order to participate in Srila Prabhupada's marathon, especially if it's his or her first experience? The first part of the question, which mode? What is the proper mood for participating in Srila Prabhupada marathon? Okay, all right. So the proper mood is that we want to give the seed of devotion to people. We want to awaken people a little bit, to give them a good impression, a favorable impression of Krishna consciousness. So, meeting the public is a very important part of Krishna consciousness. It's propaganda work. We want to create a nice relationship with the public. We want to give them a good impression about Krishna consciousness and about devotees. Thank you, Maharaj. We have next question. Так, получается я, да? Давайте. Hare Krishna, dear Maharaj, please accept my humble obeisances. It's Vrajarani Devadasi. Thank you, Lord, for your explanation of what does it mean, the mood of the gopis.
You said that it's an Your voice is breaking. I'm not hearing. Voice is breaking. Вот, у меня связь прыгнула преданная. Вот сейчас я только сейчас могу слышать. Oh, now I can hear you. Ага. Маджураджирань, я только успел услышать, что настроение Гопи проявляется в поступках в бхакти. Что я не слышал? Сколько на нас могут влиять наши беседы о Гопи, обсуждения и Кришна и Гопи Вриндаван? Просто сейчас не знаю. Почему я вижу? Скайп, а? Как мне сделать? Расширить? Сейчас прямо. Вот. Вот. Я не могу зайти в... Где? Вот это? Кришна, куда он пропал? На своего пробу видите? Нет? Данилс, чат. Все. Вот это? Эти... Rolls, но это вот она и есть. Вот это Zoom. Это извините. А, вот, 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 вот тут где-то, да, чат. More. Чат. Все, все, я наладил. Спасибо, сейчас я беру, прошу прощения, нестандартная ситуация с чатом. So, Maharaj, second part of the question. Насколько на нас могут влиять беседы о Гопи и обсуждение игр Кришны и Гопи во Вриндаване? Что значит влиять? Как это влияется? She is asking what impact it will may cause on us when we will be listening or will be discussing as times of Krishna and Gopis in Vrindavana. For example, Srila Prabhupada, he disfavored, he disagreed this principle. And in Chaitanya Charitamrita, he writes that only Ramananda Rai has ability to do that, but we don't have any more Ramananda Rai with us. But we see that devotees, they like very much to discuss about Krishna and Gopis pastimes. So could you explain, please? Well, particular pastimes of the Gopis, like, for example, Rasa Lila, that's for the liberated souls. But still, we should hear about Lord Krishna's dealings with the devotees of Vrindavan. Prabhupada did write the Krishna book, and very early on in our Krishna Conscious Society, he published volume 1 of the Krishna book, which contained all the pastimes of the gopis in Vrindavan. So Prabhupada wrote the Krishna book in such a manner that even though we're not liberated souls, that we can appreciate and we can hear these pastimes for our purification.
Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. We have next question. Yes. Mataji Oksana Mitrachenko, she writes, Hare Krishna, dear Narasimha Maharaj and dear devotees, please accept my obeisances. You said that flute doesn't possess consciousness, but Krishna loves her very much. And I heard a story that flowers in the head of Krishna had a talk between each other, and they experienced certain emotions. They jumped up and etc. When particularly when Mother Yashoda tried to catch Krishna, please could you explain this moment about flute that she doesn't possess consciousness? Well, I was quoting from a purport by Vishwanath Chakravarti Thakur where it was mentioned like that, that he said that the flute is bamboo wood. Bamboo wood doesn't have consciousness. Of course, in the spiritual world, everything has consciousness. But in this world, I don't know. Does Krishna's flute also have consciousness? I just simply repeated what I'd read from his commentaries on this verse, and he was describing that the bamboo flute doesn't have consciousness, but Krishna fills it with nectar, and the gopis are eager to get that nectar. The other bamboo trees, they also feel happy to see that the rivers give water to the bamboo trees, so the bamboo trees grow, and the rivers feel happy to see that their child has become the flute in the hands of Krishna. Okay, we will translate it right now. Much more. Thank you, Maharaj. Next question from Mataji Yuna. Hare Krishna, Guru Maharaj. For performing devotional service, we should be in the mood of goodness. Some devotees, they try to reach sattva guna using some materialistic methods. How effective such an effort, on your opinion? Yes, we want to reach the mode of goodness. It's very important for us to cultivate the mode of goodness, because from the mode of goodness then it's much easier for us to come to transcendence. Not that we want to just simply only be in the mode of goodness, we want to transcend. We want to come to the level of pure goodness. So how to come to the mode of goodness? We have to study the Bhagavad Gita and read the different qualities of the devotee.
In chapter 16, the divine and demoniac nature are described. We want to cultivate the qualities of divine, the divine person, the divine devotees. There are 20 qualities mentioned. I think 20 or maybe, qualities like being clean and being humble and pure. Brahminical qualities. The qualities of the Brahman are all symbols of the mode of goodness. And Prabhupada liked us to cultivate the Brahminical qualities. Peacefulness, self-control, equanimity, tolerance, purity, knowledge, wisdom, and religiousness. Like that, Bhagavad Gita chapter 18 describes 9 qualities of the Brahman, which are all symbols of the mode of goodness. So we cultivate these qualities, particularly truthfulness and cleanliness, very important. Maharaj, could you please give shorter descriptions in order to translate your much more for you? Yeah, sorry. Maharaj, we have 2 more questions, and that's it. Okay, 2 more questions, yes. 2 questions. From Mataji Ludmila, Hare Krishna, dear devotees, and Guru Maharaj, please explain how to differentiate those miseries which come to me as a mercy of Krishna for my benefit, for my growth, which sufferings are coming to myself due to my foolishness. How to differentiate these 2 types? Well, both we should see them both as Krishna's mercy, Krishna's arrangement for our purification. We don't make distinction. You don't need to make distinction. What was your foolishness and what was Krishna's? It's all Krishna's arrangement. And Krishna's arranging like this for our purification, that we will not be stupid. Thank you, Maharaj. And last question from myself. Yeah. First, I will say in English and then in Russian, and after that you may, if you answer. Okay. Вопрос, question. In today's verse, we see a description of the gopis' meditation to form of Krishna, beginning from the peacock's feather and ending with his feet. Maharaj, you said that Lord Chaitanya, his associates, and our tradition are also in the mood of gopis, but devotees sometimes meditate on Krishna as the Paramatma and don't as the dancer
of Vrindavana Tavara, which is described in today's verse. So the devotees, they ask Supersoul for knowledge or for memory. My question, how correct is it for us to approach Krishna as the Supersoul? For example, at Kurukshetra, the gopis told Krishna that they would never be meditate on him as the Supersoul. So how to reconcile this with each other? Thank you. Мой вопрос состоит в том, что в сегодняшнем стихе описывается медитация гопи на облик Кришны, начиная с павлиньего пера и заканчивая его стопами. Махарадж, вы сказали, что Господь Чини, его спутники и наша традиция находятся в настроении гопи. Но преданные иногда медитируют на Кришну как на сверхдушу, а не как на танцора Вриндавана, на Тавара, который описан в этом стихе. То есть преданные просят сверхдушу дать память, знания. И вопрос в том, насколько это правильно для нас обращаться к Кришне именно как к Параматме. А Курукшетре когда-то гопи сказали Кришне, что они никогда не будут медитировать на него как на Параматму, на сверхдушу. Но мы при этом иногда это делаем. Как это примирить между собой? So, Maharaj, please, your explanation. Yes, Krishna is the super soul, certainly not so much attractive to the gopis. Because of the yoga maya, the influence of yoga maya, the gopis don't see Krishna as the super soul, but they see him as the son of Nanda Maharaj. They see him as the most enchanting of all the cowherd boys of Vrindavan. They're not thinking about him as the super soul. That if they see him as a super soul, then that creates a mood of Aishwarya, awe and reverence, veneration, and they give obeisances. But they, when they see Krishna as the cowherd boy, then it awakens their love and they feel so much attraction. And so this is yoga maya. Yoga maya, Krishna covers up himself as God so that he can reveal himself as a cowherd boy, so that he can... We need to translate, sorry, we need to translate the parts. Much more clear. You may continue, Maharaj, your speech. Mm-hmm. Okay, so basically, I'm just saying that when the gopis see Lord Narayan, they offer obeisances to him. But then they ask him, did you see where Krishna went? You know, when Krishna is hiding from the gopis, Krishna takes the form of Lord Narayan, and the gopis come, they offer obeisances to Lord Narayan, and they ask him, which way did Krishna go? And so they want to love Krishna. They cannot love him as a super soul. They love him as a cowherd boy. So that's the special feature of Goloka Vrindavan, and the people in Vrindavan, they love Krishna. They don't think that he's God. They simply think of him through their particular rasa. In the case of the gopis, they see him, Krishna, as him, you know, the darling young boy, the all-attractive young man, very beautiful, very handsome, very powerful, very strong, and they're enchanted by his beauty, by his charm. So the rasa, the Madhurya ras, is very powerful there in Vrindavan. And they find it, of course, is greatest when it's parakiya ras, not married. So there's so much attraction there between the gopis and Krishna.
And so it's very different with the super soul. That's a whole different rasa. We will translate right now. So Maharaj, is it appropriate for us to meditate on Krishna as super soul, not as Natavara? Является ли это для нас нормальной, правильной практикой медитировать на Кришну как на сверхдушу, прося памяти и знания, а не как на Натавару, танцору Вриндавана? Well, that's not what Prabhupada recommended. It's not recommended. That's not our process. Lord Chaitanya didn't teach like that, and Prabhupada didn't teach us like that. But, you know, some yogis, particularly Ashtanga Yoga, they would do that meditation. The Yadu dynasty, it said the Yadu dynasty, they also know Krishna as the super soul. They don't think of him like Bhagavan, like the mood of Goloka Vrindavan is very special. If you want to do Vaidhi Bhakti, then maybe you could think of him as the super soul. You can do it. Okay, we will translate. Thank you, Maharaj, a lot. Our time is over. We would like to thank you for your precious time. It's a blessing for us to have this association with you. Hare Krishna, on behalf of all devotees, we would like to express our gratitude to you. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki. Hare Krishna.